В рамках своего визита в Ханты-Мансийскую епархию святейший патриарх Кирилл посетил подворье Пюхтицкого Успенского монастыря в Когалыме. В Успенском соборе подворье предстоятель совершил молебен. На молитву в патриаршее подворье Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря пришли сотни людей. Визит патриарха Кирилла для местных жителей – событие историческое. Пюхтицкое подворье образовано в Когалыме в 1998 году и тогда же освящено патриархом Алексеем II. Сама обитель находится в Эстонии. Тогда же освящено патриархом Алексеем II. Сама обитель находится в Эстонии. Ей более 120 лет. В дар монастырскому подворью святейший патриарх передал список иконы Божьей Матери Герантиса, привезенный со святой горы Афон. По окончании молебна святейший владыка осмотрел территорию подворья. В завершении предстоятель русской церкви поклонился кресту, который был установлен в память об освящении Успенского собора подворья преснопамятным патриархом Алексеем II в 1998 году.